Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Дощовики, плащі та гумові чоботи. Як у Дніпрі рятують безхатьків від зливи? Сьогодні будемо говорити разом з нашими гостями. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» керівниця благодійного фонду «Добровольці» Юлія Михальцова та ієрей Михайло Бабаков. Я рада вітати вас у нашому прес-центрі. Пане Михайло, одразу надаю слово вам, будь ласка. Христос воскресе! Я рад сегодня быть здесь и рассказывать о той акции, которая прошла в эти светлые пасхальные дни. Сам праздник Пасха, он наполнен радостью, и вот эта радость, которой хочется делиться. И поэтому наш социальный отдел и этот благотворительный фонд «Добровольцы. Люди доброй воли», они решили провести акцию для того, чтобы дать возможность каждому человеку, который живет в очень трудных условиях, для нас непонятных, и каждый из нас, если очутится и будет жить в том состоянии, в котором люди находятся, ему будет очень тяжело и радоваться, и по-настоящему чувствовать себя человеком. И когда кто-то, человек, добровольцы, которые делают это благодаря своему доброму сердцу, соприкасаясь с этими людьми и дарят эту радость, происходит соприкосновение. Самое важное, то, что и должно происходить в этом труде и в этой работе, когда человеческое сердце соприкасается с другим человеческим сердцем, и оно, одно сердце, передает эту доброту и любовь другому сердцу. Знаете, вот в нашей церкви скоро будет такой замечательный праздник, мы все будем праздновать День Пятидесятницы, сошествие Духа Святаго на учеников, апостолов, и он символизируется собой огоньком, то есть когда огонек был на святых апостолах. И вот этот огонек любви, и мы стараемся передать тем людям, с которыми мы соприкасаемся. Но это дается очень непросто, очень трудно в наше время, когда все мы закрыты в своих коробках, в своих телефонах, во всем, что вот нас отделяет друг от друга, по-настоящему протянуть эту руку помощи, не просто пройти мимо этого человека, а дать ему возможность почувствовать, что он не один, что если он захочет изменить свою жизнь, у него это получится. Огромное количество трудностей, с которым сталкиваются люди, которые непосредственно этим занимаются. Потому что очень просто сделать доброе дело один раз, два раза, там, три раза, четыре раза. Но когда ты это делаешь каждый день, когда до тебя это становится твоей постоянной заботой, когда люди, которые тебе абсолютно чужие, которые могут тебе по-разному относиться, и ты вот каждый день с ними соприкасаешься, они от тебя ждут и хотят этой поддержки очень тяжело. Поэтому мы, конечно же, нуждаемся в первую очередь в этих добрых сердцах. Все эти люди, которые готовы помогать, у которых есть это желание, мы хотим, чтобы вы к нам присоединились, чтобы вы нам помогали. Потому что именно на таких людях и держится вот то движение, которое когда-то началось и сейчас продолжается. И о тех проблемах и тех вызовах, которые сейчас есть перед нами, сейчас нам расскажет директор благотворительного фонда «Добровольцы. Люди доброй воли» Юлия. Здравствуйте. Я хотела бы рассказать подробнее более об акции, которая сейчас проходит. Так как сейчас сезон такой, непогода затянулась, дожди, то мы проводим сбор ветровок, дождевиков, зонтов, ну, буквально тех вещей, которые могут укрыть от непогоды. Все дело в том, что бездомные, им негде обсушиться, они не могут, та одежда, которая на них одета, практически всегда является единственной, поэтому нет возможности. Если они промокли, то ночь придется провести в сыром. И это очень важно, так как это сухая одежда, не во что переодеться, и человек заболевает. И все это получается по кругу, потому что потом же мы их лечим. И даже вот такая малость, как дождевик, который может укрыть от непогоды, дождя, это очень важно. То есть он может вплоть до того, что сохранить жизнь человеку. Если он заболевает, те же летние пневмонии, вот это очень часто. Вот. А так как люди бездомные, которые без документов, они не могут обратиться к врачу, у них нет декларации семейным врачом, они, в принципе, не могут ничего, у них нет возможности
я не знаю, сделать какую-то передышку, отлежаться дома, у них нет крова, для них это является существенной проблемой. Поэтому просим вас поддержать нас. Даже вот дождевик стоит 11 гривен, вроде бы там небольшие деньги, чашка кофе, но он может спасти чью-то жизнь. Так что спасибо. Я хотела бы, чтобы отец Михаил немножко рассказал нам еще о таком более глобальном проекте, который мы готовим. Это сейчас дневной центр. Это наша идея, которую мы хотим воплотить. Она предполагает собой более такой комплексный подход. И вот, может быть, пару слов или начнете. Ну, хотелось в первую очередь, конечно, процитировать то, что с каким обращением комиссия, есть такая комиссия социального развития при ООН, и вот она призывает государства, которые входят в ее состав, заниматься этими вопросами. То есть не просто, знаете, как вот относиться к этому вот, как к проблеме, закрывать и отворачиваться от этого. То есть сейчас мы понимаем, что очень много моментов, когда государство, государственные органы и так далее. То есть очень трудно бездомному человеку, даже если он что-то захочет, что-то изменить в своей жизни, потому что каждый раз он сталкивается с многими проблемами, которые вот заложены системой именно отношений государства и бездомного человека. Многое уже сделано, но как люди, которые каждый день сталкиваемся с этими проблемами, видим, что огромная есть потребность в ежедневной помощи людям, вот, чтобы человек мог прийти, привести себя в порядок, то есть как бы там место, где мог бы быть душ, где могло, знаете, быть какое-то вот то место, где он мог бы найти одежду, полностью поменять свою одежду, и после этого начать путь восстановления документов. То есть и вот этого места сейчас нет. То есть человек на практике, можно рассказывать множество разных страшных историй, когда ты встречаешься с человеком, он просто вот находится в ужасном состоянии, с ним просто невозможно даже рядом находиться, и тебе нужно ездить в больницы, ездить в какие-то государственные органы или еще что-то, что-то делать, а возможности как-то ему помочь, ну вот, преодолеть вот даже вот это состояние внешнее, которое у него сейчас есть, ну, ее нету. То есть это нужно всегда что-то придумывать. Каждый раз человек приходит, и ты что-то придумываешь для него. Где-то ты находишь какую-то воду, где-то еще что-то. Где-то ты договариваешься с какой-то больницей, где у них есть там место, где они могут они там помыться. И вот с каждым человеком тебе приходится индивидуально решать его вот эти вопросы, хотя это можно сделать системно. Конечно, мы мечтаем о том, чтобы, знаете, был какой-то такой суперцентр, где человек бездомный попадает, и для него есть возможность все вопросы закрыть, и помыться, и переодеться, и постричься, и сразу же там остаться на ночлег и так далее, и возможность там какого-то трудоустройства. Но это лишь наши мечты. Сейчас мы хотим начать с малого, с того места, где просто человек может прийти и получить помощь консультативную и помощь, возможность, чтобы в дальнейшем он мог преодолевать вот те препятствия, которые сейчас есть. И надеюсь, конечно, на то, что наше правительство и наши городские власти, они услышат призыв комиссии социального развития ООН и также вместе с нами будут трудиться в этом направлении. Очень на это надеюсь. Дякую вам за відповідь. Да. Як я розумію, зараз цей центр на етапі лише так створення, тобто він є у планах і у перспективах. Чи є якісь, можливо, дати, коли планується його там відкриття? Пока этот проект только как идея, только для того, чтобы еще найти единомышленников, может быть, людей, которые бы тоже присоединились, и мы совместными усилиями могли бы это воплотить, потому что действительно это нужно для нашего города, и этого нет. И еще хотела бы сказать в пользу, опять же, этого центра
то, что вот о проблеме инвалидности тоже, которая вот многих людей, которые без жилья выписывают после ампутации прямо на улицу, вот им некуда обратиться, некуда пойти. Процесс восстановления документов или для того, чтобы попасть в дом инвалидов, это занимает месяцы. Человек, даже если он не бездомный, он вынужден жить на улице все это время, потому что нет центра временного пребывания. То есть как бы дневной центр такой консультативный – это только начало. То есть для того, чтобы человеку реабилитироваться и пройти путь уже до нормальной жизни, вот ему надо эти поэтапность такая. Вот. Поэтому как бы вот дневной центр вот, – это только точка, это старт, это вот когда человек попадает, и его могут сориентировать. То есть не в зависимости от вероисповедания, или есть документ или нет, то есть для того, чтобы он не потерялся. И потому что жизнь на улице, первые полгода жизни, они как бы ломают человека. Ему очень сложно потом выйти из этого состояния, потому что духовно он уже сломлен, и вообще в принципе, как бы он уже и не принимается обществом, и он как бы закрывается в себе, поэтому такая большая проблема. Если подхватить человека вовремя, то его можно восстановить, и таких критических ситуаций, то есть для взрослых такой поддержки нет. Вот. Поэтому я считаю, что для города это очень какой-то важный проект. Дійсно, дуже важлива місія, вважаю, і сьогодні, сподіваюся, наша прес-конференція зробить такий невеличкий внесок у реалізацію цієї ідеї. Хочу також запитати, от ми говоримо про ці виклики, про ці проблеми, з якими зіштовхуються люди, і ви зазначили там про інвалідність, і сьогодні ми говоримо про те, що під час дощу навіть ну, важливо звертати увагу, важливо розуміти, що людям необхідна така допомога. Скажіть, можливо, є ще якісь проблеми, які можна виокремити, яким чином добровольці, скажімо так, стимулюють виправлення цих проблем, допомагають? Ну, изначально я считаю, что вот первые базовые нужды, которые мы сейчас покрываем, это ежедневное кормление. Точки кормления есть на левом и на правом берегу. Мы уже об этом говорили в прошлый эфир. Хочу напомнить о том, что если вот есть бездомный, рядом живет с домом, или вы хотите как-то ему помочь, то можно обратиться в социальное отдел Успенского собора по адресу Успенская, 16. Тут мы разработали такую листовку, где есть просто это как ориентировка для человека, потому что бездомных нет элементарный телефон, интернет, он не может посмотреть вообще, где он может поесть, где он может переночевать. Тут все эти пункты, они обозначены, прорисовка есть и адрес. Вот. И тем более мы помогаем добраться, просто оплачиваем проезд. Например, если человек не может добраться в социальный приют ночной, к примеру, для того, чтобы переночевать, то мы помогаем ему туда добраться. Вот. И кормление бездомных осуществляется вот, организацией на территории Успенского собора, усилиями фонда благотворительного добровольца «Люди доброй воли». То есть ежедневно мы кормим 150 человек. То есть люди совершенно разного возраста, совершенно разным положением. Когда мы проводили опрос, то 30% – это люди с высшим образованием, 40% – это люди со средним образованием. То есть нельзя точно сказать, что вот как бы вот ни с кем это не случится. То есть люди достаточно просто не попали в какую-то тяжелую критическую ситуацию, не было поддержки, и вот, вот так, так случилось. То есть, и мне кажется, что очень важно каждому проникнуться, потому что вот это же люди, которые живут рядом с нами, и их судьбы очень важны. Вот. Еще хотел добавить то, что, знаете, вот если рассматривать помощь с духовной точки зрения, то один наш святой Паисий Святогорец сказал о том, что помогая другим людям, ты помогаешь самому себе. Вот смотришь, надо увидеть в этом человеке самого себя, не пройти мимо, не пройти, вы знаете как, вот думая, вот я, у меня все нормально, у меня все хорошо, у меня всю жизнь сложилась. Сталкиваясь уже на протяжении многих лет с этими людьми, ты понимаешь, что каждый из нас находится в этой зоне риска. И вот как бы кто ни считал, что у него там все хорошо, бывают разные обстоятельства, разные удары судьбы, когда человека выбрасывает, и он оказывается на улице, и он абсолютно не готов к этой жизни. И вот ты видишь этого человека, и ты помогаешь самому себе, когда ты помогаешь ему. И вот когда с таким вопросом, как так подходить
к этому вопросу, человеку становится проще и понятнее. Он не учится осуждать, не учится думать в себе, то есть такие мысли, да, о том, что там вот человек сам там скатился или еще что-то. Увидеть, не осудить и проявить вот эту жалость к этому человеку, в правильном смысле этого слова. И тогда, понимаете, как бы на самом деле проблема там не существовала. Проблема только в нашем обществе, в том, что мы не умеем правильно помогать самим себе и тем людям, которые нас окружают. Ведь ресурсов даже нашего города, да, тех людей, которые просто в нем живут, во много раз превосходит те необходимости, которые есть у тех же самых бездомных людей. Да, есть проблемы, когда человек сам хочет жить в таких условиях, когда он уже не готов вернуться в общество. Но опять же, есть разные механизмы, когда людям помочь, чтобы они уже не находились в состоянии жизни и смерти. Вот. Но те люди, которые хотят что-то изменить, им необходимо помочь, потому что завтра на их месте можем оказаться и мы. Дякую вам за відповіді. Хочу також ще раз, підсумовуючи вже нашу прес-конференцію, як приєднатися до добровольців, як стати, скажімо так, частиною команди, яка допомагає безхатькам нашого міста. Социальный отдел при Успенском соборе работает ежедневно с 9 до 5 вечера. Можно просто подойти и вот, познакомиться с нами, то есть посмотреть на выезды, поучаствовать в выездах, кормлениях изначально. У нас также работает программа «Продуктовые наборы» мы раздаем малоимущим, помощь, патронаж в больницах и тяжелобольные люди. То есть каждый может найти свое место. Поэтому присоединяйтесь, приходите в Успенская площадь 16, соціальний відділ. Зараз взагалі кількість добровольців, вона якось зафіксована? Це конкретне число або ж постійно якось доповнюється на одноразові, можливо, акції? Некоторі люди, які залишаються з нами вже нам постійно, некоторі просто присоєдняються, щось для себе, вони як-то міняються, щось виносять для себе і потім как бы, з цим уходять. Но ми раді будь-якому чоловіку, тому, може бути, у кого-то якийсь період був життєвий, і він присоєднявся, він щось для себе виніс, зрозумів і от ушов. Хтось, от є, звісно, вже якийсь костяк и людей, которые не оставляют нас, которые постоянно с нами. Некоторые поддерживают нас финансово, те, которые не имеют времени. Некоторые вместе с нами руками, вот просто выездами, присутствием, поддержкой, вот постоянно как бы нас поддерживают. Нет такого фиксированного количества людей у нас. Но люди всегда есть, и мы не чувствуем того, что вот как бы это не востребовано. То есть люди спешат что-то сделать, что-то помочь чем-то, и вот находят вот у нас такую возможность для себя. Я еще хотел добавить то, что ну, вот, смотрю, когда ты смотришь, наблюдаешь за теми людьми, которые помогают, очень часто бывает, что у человека есть какая-то своя внутренняя проблема, либо внешняя, или еще что-то, но он подвигает себя к этой помощи, и все равно в этом мире всем управляет Господь Бог. И вот человек, который проявил такое доброе отношение к тем людям, которые находятся сейчас в тяжелом положении, вот, что-то в его жизни меняется, и причем меняется иногда даже очень чудесным образом. И каждый раз, смотря на вот тех людей, которые находятся в этом, помогают, я вижу вот эти изменения и внутренние, и внешние для этого человека. Поэтому вот, всех призываю. Знаете, как сказать, вот когда человек окунется в это все, когда он попробует, когда он сделает свой первый шаг, когда он съездит на свой первый выезд, вот, Господь его не оставит, Господь пошлет самое важное. Вот, может сделать это незаметно, чтобы человек этого не увидел, но никогда любое такое искреннее доброе дело, оно у Бога не останется незаметным. Дякую вам за відповіді, дякую за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорила про те, як благодійний фонд добровольців допомагає безхатькам, як можна долучитися до благодійного фонду і стати частиною тих, хто дійсно виконує дуже важливу місію. Розповідала нам про все це керівниця благодійного фонду Юлія Михальцова та Єрей Михайло Бабаков. Ще раз дякую вам за спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.